Тем временем сотовая связь в Казахстане станет дешевле. Независимую консалтинговую экспертизу провел министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев, по результатам которой были разработаны рекомендации для сотовых операторов по снижению ставок на интерконнект. Таким образом, в результате длительных переговоров три оператора – ТОО «Картел», АО «КСЛ», ТОО «Мобайл Телеком Сервис» договорились о поэтапном снижении тарифов на 15%.